Здравствуйте, дорогие друзья! Закончились вторые вайнахские чтения в Грозном. Мы еще раз благодарим за приглашение на эту замечательную конференцию. Был наш доклад, дискуссия, посвященный контролю МИЭПИ, проект «Три портрета МИЭПИ». И мы продолжаем эту тему и приглашаем всех теперь уже в город Нальчик, где акцент в том числе будет сделан на оценку склероукрепляющих операций. То есть помимо использования контактных линз, очковых линз, и этот метод лечения мы тоже с вами рассмотрим. Поэтому приезжайте, будет, как всегда, интересно, и до встречи!